Здравствуйте, друзья. Вообще, к проблеме времени, к вопросу времени обращались многие ученые, философы, физики во все времена. Это касается и научных концепций квантовой физики, термодинамики, релятивистской физики, квантовой теории поля, синергетики, психологии, философские концепции. В общем, это... К этому вопросу обращались многие ученые-аналитики. И Эйнштейн, и Фейман, и Лоренц. Если всех упоминать, то теорий очень много. Минковского, и Галилей касался этого вопроса, Ньютон частично как-то пытался сорганизовать физические процессы, пространство-временные с временем как понятие. В своей теории, которая называется сенсороморфная теория времени, я хочу в первую очередь указать на конец места времени в общем пространство-временном континууме. Что это за явление? Если это физическая величина, или это все-таки величина, так скажем, не физическая для евклидового пространства? Ну, что касается теории, то я о них уже сказал, это многие касались, пытались объяснить, что такое время как понятие, как физическое понятие, начиная с Эйнштейна и заканчивая последними концептуальными разработками. Но так до конца определить, что такое время, объяснить никто не смог, к сожалению. Дело в том, что это понятие настолько неуловимое в системе координат, и сообразно всем принципам научных физических теорий, там принцип эквивалентности, преобразования различные, соотношения квантовой механики, классической, философского понятия времени, психологического понятия времени, вопрос измерения времени как единицы, сообразно закону сохранения и всего прочего. Но все-таки суть этого явления так никто не мог уловить до конца. Точно. Видно, определенные ноосферные информативные потоки, они приходят не всегда к людям на том или ином этапе развития человечества. Я предлагаю сенсороморфную теорию времени. То есть тут понятие относится к тому, что время как таковое не является физическим понятием, и четвертой единицей измерения в четырехмерном пространстве. То есть, в принципе, время как величина не физическая, она просто является следствием движения, генезиса, сегрегации, как назвать угодно, всех процессов, происходящих во Вселенной. То есть, это всего лишь следствие, а не один из элементов системы мироздания. И при том следствие, несущее в себе ассоциативный характер, чувственный, эффект восприятия нами, людьми, времени, как какой-то единицы, как какого-то физического явления. Тут можно даже говорить о том, что пора открыть новую ветвь физики, назвать ее, допустим, хронофизикой. Как некоторые теории оперируют таким мгновением, как хрон. Соответствующее понятию планковское время. Очень много разных теорий, начиная еще с Платона, говорили о том, что время меняется, может быть обратимым, необратимым. В определенных условиях гравитационного воздействия и всех прочих воздействий механических, оно может меняться в том или ином направлении. На самом деле, время единица неизменное, как континуум, как его, в принципе, называют.
То есть, по сути, моей сенсороморфной теории, то есть в самом слове сенсороморфная заключена суть концепции. Сенсороморфность, то есть время как ощущение, как чувственный аспект восприятия человека. Его средствами восприятия, там слух, зрение и анализ происходящих процессов у него в голове, в мозге. То есть эффект чувственного восприятия. То есть можно относить эту теорию к субъективизму какому-то философскому. Но, по сути, это очень четкое механистическое понятие, но не являющееся, допустим, физической величиной. Дело в том, что во Вселенной происходили процессы со времен Большого Взрыва постоянно. Так или иначе, в любом каком бы они направлении ни двигались, под влиянием каких бы сил гравитационных, магнитных, механических, в своей динамике не происходили все эти процессы, так или иначе время оставалось как бы всего лишь следствием этих процессов. То есть, по моей теории, если так проще говоря, чтобы зритель меня понял, слушатель, извините, то есть все процессы, происходящие во Вселенной, в своем движении, постоянном изменении, постоянном генезисе, рождают у человека и стороннего наблюдателя со стороны ощущения изменения, которые мы можем исчислять с помощью каких-то метрических приборов. Приборов измерения времени. На самом деле, эта метрическая система измерения, она придумана как бы нами, людьми, чтобы как-то определять для самих себя аспекты прошлого, будущего, нынешнего момента в комплексе. Вот. То есть, по сути, все процессы, которые характеризуются законами всех разделов физики, в общем хаотизме, в общем этом природном, так сказать, вселенском упорядоченном хаосе, как бы могут происходить совершенно в разных направлениях, с разными параметрами, с разными свойствами. И время, в принципе, как величина, зависимая от всех процессов пространственно-временного континуума, является всего лишь чувственным восприятием, ассоциативным нашим восприятием происходящих процессов вокруг нас, вообще во Вселенной. Отсюда следует несколько выводов, но о них я расскажу позже. То есть следствие из моей теории. По сути, если так в двух словах сказать, то моя концепция для физиков, возможно, носит какой-то характер теории чисто психологической, так скажем. С точки зрения психологии, время является субъективным ощущением и зависит от состояния наблюдателя. Ну, это тоже верно с точки зрения психологии. Да, в общем, с точки зрения философии тоже. Но по сути, вот это наше четырехмерное пространство, эти вот три меры, длина, высота, ширина и фактор времени, объединяют некую четырехмерную вот эту вот оболочку, так скажем, систему координат, которая несет в себе, в принципе, только три величины. Это вот в обычном нашем стационарном пространстве. Это длина, ширина и высота, да? Мы все это знаем со школьной скамьи. Ну и фактор времени, на самом деле, это можно как бы его так наглядно
предложить как некую четвертую меру, по которой вот эта трехмерная наша система движется, как бы. Но это все, так сказать, образные такие представления, имеющие оттенок физических в своем объяснении. Но по сути, времени как такового, как физического понятия, не существует вообще. Дело в том, что все процессы, происходящие в Вселенной, в зависимости от их скорости, стационарной, минимальной, максимальной, зависят от процессов, которые происходят во Вселенной. Эти процессы зависят от гравитационных взаимодействий, механических свойств материи, будь то антиматерия, материя. Ну, тут свойства материи определяют само течение времени как явление. То есть материя движется постоянно, материя изменяется. И наши ощущения, чувственные, ассоциативные ощущения, складываются из того, что происходило, допустим, 10 минут назад, и что происходит сейчас. Так вот, вот эта вот дельта Т, разница между Т, состоянием материи в момент Т2, и минус Т1, состоянием материи в момент Т1, они различаются вот этими моментами. То есть, вернее, я неправильно выразился. Эти состояния Т1 и Т2 – это всего лишь состояние материи в те или иные, так скажем, моменты времени. То есть, допустим, Т2, вот, проще говоря, для общего восприятия, это состояние материи, состояние на уровне микромира, атомарного, молекулярного, элементарных частиц состояния материи, то есть атомограммы этого мира в данный момент, когда я сейчас с вами говорю, и, допустим, Т1, состояние этого пространства, этого мира, допустим, 10 минут назад. Сами понимаете, что это состояние изменяется постоянно, потому что молекулы движутся, атомы движутся, элементарные частицы тоже, процессы изменяются, и все время Вселенная находится в состоянии перманентного изменения. Поэтому вот это вот, как скажем, как вот писатели-фантасты иногда говорили, это атомограмма времени. То есть атомограмма данного пространства нашего вселенского, всей Вселенной, оно в разный момент Т, будь то Т1, Т2, Т3, разное. Но к времени, как к понятию физическому, это никакого отношения не имеет. Это ассоциативное, чувственное восприятие, ощущение наше. То есть времени как такового нет, а есть просто изменение материи. Вектор движения материи, он может изменяться так или иначе там, под влиянием там, сильных гравитационных полей, влияний, как одна теория объясняет, что приближаясь к более массивным телам, сильным гравитационным потенциалом, естественно, время замедляется. Ну, а, соответственно, наоборот, то оно идет нормальным путем или, наоборот, может ускоряться. Но на самом деле это все неверно. Если смотреть стороннему наблюдателю на нашу Вселенную, то время как бы течет в зависимости от этих процессов. Я не исключаю, что в каких-то условиях сильных гравитационных взаимодействий, влияния на пространство, допустим, там, в условиях черных дыр или других астрофизических объектов, которые обладают сильными физическими воздействиями на пространство, может действительно вследствие того, что изменяется свойство пространства как таковые, векторные, механистические, ну то есть кондомные, так сказать, его качественные показатели меняются, может меняться, в принципе, и время. Этот вектор может двигаться как угодно. Поэтому не зря говорю, что в центре черных дыр, если объект туда попадает, там может время течь совершенно завихряясь в любом направлении, вектор его может быть двигаться в любом направлении. Но что на это влияет? Вот на это вот векторную, так скажем,
изменяемость времени как понятие ассоциативного. Вот именно все процессы, которые происходят во Вселенной. То есть, опять-таки, наше ощущение может меняться под воздействием каких-то внешних сил, гравитационных, в первую очередь. По квантовой теории поля, ну, я не знаю, по теории релятивистской физики. Все эти концепции, в принципе, объяснены хорошо. Но, опять-таки, там ничего не говорится о том, что такое время есть как понятие. Так вот, я и пытаюсь объяснить, что время как понятие всего лишь следствие, фактор нашего чувственного восприятия, сенсора восприятия. Представьте такую ситуацию, что все процессы во Вселенной замерли, но если вы, ну, все встало, как при абсолютном нуле. Представьте такую ситуацию. Ну, ее можно представить только тогда, когда сторонний наблюдатель, который за этим процессом наблюдает, у него самого и вокруг него эти процессы не прекращаются. Для него все процессы во Вселенной остановились. Стали. Ну, представим такую нереалистичную ситуацию. Соответственно, он не сможет до конца осознать, продолжает идти время, изменяется ли оно или нет. Для него оно будет все равно идти, продолжаться. Просто Вселенная замерла. А если и вы замерли вместе со всеми процессами, представьте, все процессы у Вселенной остановились. Просто встали и все, как вот в кадре когда вот мы снимаем какое-то видеосъемку ведем и останавливаем кадр. И вот все стало, и у вас все процессы встали. То есть, в принципе, у вас тоже никакого движения, ни молекулярного, ни на уровне там самых низов микромира, как говорится, квантовых, начиная там молекулами, заканчивая кварками, чем угодно, элементарными частицами, самыми легкими, самыми тяжелыми, все остановилось. Соответственно, что будет со временем, как понятием? Как психологическим, ассоциативным, физическим. Ну, физического понятия я уже говорил, как такового нет. Оно тоже встанет. Его тоже не будет. То есть, в принципе, если все вокруг встало, и у вас самих, как в стороннем объекте, тоже все встало внутри, все процессы остановились. Соответственно, что будет с понятием времени? Его тоже не будет. Оно практически сводится к нулю, само ощущение времени. То есть, конечно, это такое умозрительное больше объяснение, потому что до конца осознать его трудно, потому что мы не можем остановить все процессы у Вселенной и в самих себе. И потом, как говорится, оценить это. Но мы не сможем оценить это только потому, что все процессы, в том числе в нас, внутри нас, в нашем сознании, в нашем мозге, в нашем восприятии, все остановились. Из-за этого мы не можем воспринять время как понятие. Но это уже говорит о том, что время как таковое, это всего лишь следствие всех процессов во Вселенной, таких интегрированных процессов. Ну, допустим, есть еще небольшое сравнение такое, могу вам привести. Допустим, представьте себе такую ситуацию. Я подчеркиваю, это в подтверждение теории того, что время понятие ассоциативное, такой аспект восприятия нашего внешнего мира. Всего лишь аспект восприятия нашего, нашими чувственными органами. И анализом в мозге вот этих всех чувственных рецептурных элементов, которые мы воспринимаем от внешнего мира, которые мы получаем от него сигналы. Так вот, представьте себе футбольный матч. Ну, допустим, заканчивается футбольный матч, одна команда выигрывает там по счетам 2-1, другая проигрывает. Вот такой интересный, очень и забавный образ сравнения. Та команда, которая проигрывает, для нее время, кажется, бежит с дикой скоростью. Оно прямо, ну как сказать, сквозь пальцы. Ну, термин как назвать по-другому. Вот. Для него время как бы, для команды, которая проигрывает, для нее время бежит по их ощущениям с дикой скоростью. Оно буквально убегает от них. Они пытаются сравнять счет, но у них ничего не получается.
И для них ощущение времени и скорость времени, как одна из величин в моей концепции, она будет очень высокой скоростью. То есть по ассоциативному восприятию самих футболистов. Для тех же, для той же команды, которая выигрывает и которая хочет сохранить этот счет и выиграть, для нее, для всех футболистов этой команды, время, такое впечатление, тянется так медленно-медленно, как будто все вообще останавливается почти. То есть они хотят, как говорится, чтобы быстрее закончился этот матч, просвистел свисток, но матч никак не заканчивается, потому что время тянется, по их ощущениям. Для их соперников наоборот, кажется, что время утекает сквозь пальцы. Вот. Это говорит о том, что, в принципе, все зависит от ощущения конкретного объекта, его состояния психического, психологического, психофизиологического, в котором он находится в данный момент. Поэтому это ощущение, допустим, у двух команд разное. И скорости движения времени для них, как понятие ассоциативное, тоже разные. Это говорит о том, что время как таковое, понятие всего лишь, так скажем, больше психологическое, чем физическое. И также, в общем, в жизни вообще у людей часто бывают такие ощущения, что когда занимаешься каким-то рутинным делом в жизни, кажется, что время течет очень медленно. И кажется, что день проходит как месяц. Или наоборот, когда много очень в день происходит всяких событий, человек действует, двигается, для него, кажется, день пролетает мгновенно. То есть это опять-таки такие, в какой-то мере, может быть, косвенные доказательства того, что время, понятие, время и скорость времени – это понятия ассоциативные. И то суть всего лишь следствие нашего восприятия окружающих процессов, происходящих в Вселенной. Ну, на следующем этапе я расскажу еще о некоторых моментах этой теории. Теории сенсороморфной теории времени.